Чествование победителей. Губернатор области Владимир Городецкий сегодня встретился с игроками и тренерским составом баскетбольного клуба «Новосибирск», оформившего в этом сезоне золотой дубль, победы в чемпионате Суперлиги и Кубке России. Трудно такие слова подобрать, чтобы высказать величие этой победы, этого золотого дубля, тот тернистый путь, который прошла команда, тренерский штаб, руководство клуба по восстановлению добрых традиций нашего новосибирского баскетбола. И вот такой триумф, конечно, никто, наверное, не ожидал, но вы боролись. А вы боролись и сделали. На встрече обсудили прошедшие сезоны, планы на будущее. Победы Новосибирска дают возможность выступать в Лиге ВТБ, сильнейшем баскетбольном дивизионе страны, и в Евро-челлендже. По словам генерального директора клуба Сергея Бабкова, заявку на участие уже подано, но сейчас у клуба есть вопросы по залу. Для участия в соревнованиях такого уровня предъявляются специфические технические требования. В свою очередь глава региона подчеркнул, что баскетбольной команде и дальше будут оказывать поддержку.